О своем желании участвовать в выборах мордовские коммунисты заявили решительно. Правда, тут же выразили робкую надежду на влияние конкретного человека. С момента последних выборов главы республики в стане мордовских коммунистов произошли существенные изменения. Сменился первый секретарь рискома. Им стал Дмитрий Кузякин. Сменились и амбиции того же Дмитрия Кузякина. Он больше не пытается стать руководителем региона. Набрав в прошлый раз чуть более 4% голосов избирателей, теперь он свой политический взор направил в другую сторону. Лично я таких планов пока не вижу, не строю для себя. Мне достаточно для того, что я буду выдвигаться по одномандатному округу Республики Мордовия в Государственную Думу. И, по всей видимости, тоже войду в партийный список, групповой партийный список. Какой он будет, пока еще он формируется. Какое там место определит руководство партии, тоже это будет в ближайшем будущем. Не удалось узнать у мордовских коммунистов и фамилию той таинственной персоны, которая будет представлять КПРФ на выборах главы Мордовии. Кто-то точно будет, сурово заявил Дмитрий Кузякин. Евгений Волков, Павел Толобаев, «Наши новости».